Вот увидите, минимум процента 80 из вас сдадутся. Останутся лишь те, кто верит, а хейтеры, как всегда, оправдают свое бездействие, полив всех грязью. А еще говорят, что это должно быть весело и по кайфу. Вы действительно думаете, что это весело? Ни хера подобного. Большинство людей терпит неудачи в жизни не потому, что их планка слишком высока, а наоборот, потому что они ставят ее слишком низко, а достигнув ее, тут же успокаиваются. Все мы знаем это отвратительное ощущение, когда мы выходим за пределы своей зоны комфорта. Так вот, самое любопытное в том, что мы сами себя и должны выбрасывать в эти ситуации, потому что только так можно развиваться. Ты всегда должен быть готов к бою! Клуб «Крыло ветра». Время летать.